На мусорном полигоне Сабурова непривычная тишина. Грузовики, годами возившие сюда твердые коммунальные отходы, больше не приезжают. Со вторника, 24 ноября, полигон их не принимает. Его деятельность приостановлена по инициативе областного министерства ЖКХ и по решению суда. Считаем, что полигон эксплуатировался в неудовлетворительном состоянии. Учитывая это, нами была проведена проверка, составлен ряд административных материалов, направленные в суд на приостановление деятельности. Суды первой инстанции, а также второй инстанции наши решения поддержали. Сегодня в Подмосковье осталось 6 мусорных полигонов. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу закрыть их до конца этого года, то есть совсем скоро. В Сабурове этот вопрос обсудили на рабочем совещании, в котором приняли участие глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полпреда президента в ЦФО Александр Петухов, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, представители прокуратуры и природоохранных органов, руководство эксплуатирующей полигон организации. В декабре 2020 года будет полигон закрыт. Сейчас решается и устанавливается как конкретная дата. Сегодня запланированы первоочередные природоохранные мероприятия. Необходимо закрыть полигон от атмосферных осадков и обеспечить систему предупреждения возгораний. Как известно, в прошлом эта проблема возникала неоднократно. Все отходы, которые на нем сейчас находятся в открытом состоянии, на открытой рабочей карте, будут закрыты. Ну, это тот минимум, который нужно. Также, наверное, будет установлено наблюдение. Судьба территории, на которой расположен полигон Сабурова, будет решаться уже в следующем году. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.